установил себе мобильное приложение. Оно абсолютно бесплатное, с рекламой. Тут множество типов различных гитар, акустических, электрических, куча аккордов, ладов, переборов. В общем, прикольная штука, на ней можно играть. Я вот ее пропускаю через гитарную примочку и получаю удовлетворяющий меня результат. Далее я сэмплирую понравившуюся мне последовательность аккордов, мой любимый Akai Force. Достал тут винтажную драм-машину Korg. Нахожу на ней подходящий ритм. И совмещаю это дело, предварительно обработав ритм-машину компрессором, придав звуку такой своеобразный окрас. Возможно, из этой зарисовки я сделаю песню или трек.